Брестская область налаживает диалог с многими странами Европейского Союза, Чехия не исключение. Это первая рабочая поездка чрезвычайного и полномочного посла Чехии в Беларуси Томаша Пирницкого в Брест. До этого дипломат посещал другие города региона. Главная цель дипломата – поддержка экономических отношений. У нас очень хорошо развивается экономическое сотрудничество. В прошлом году наш товарооборот был почти полмиллиарда американских долларов. Но мы бы хотели еще увеличить. И есть несколько компаний чешских, которые очень активно сотрудничают с компаниями здесь, в Брестской области. Брестская сторона экспортирует в Чехию торф и различные деревянные изделия. Губернатор Брестской области Анатолий Лис уверен, сегодня нужно совершенствовать экономические отношения и укреплять сотрудничество. К слову, Брест – первый город, где было открыто почетное консульство Чешской Республики. Кроме этого, хорошо в Бресте известна чешская компания «Метростав». Несколько лет назад представители фирмы построили терминал в пограничном пункте пропуска Козлови. А сегодня компания является подрядчиком реконструкции брестских очистных сооружений. Одна из самых крупнейших строительных компаний. И для меня это будет огромная честь приехать снова в Брест, потому что эта модернизация должна быть закончена где-то в первой половине этого года. Брестская область и Чехия заинтересованы в тесном сотрудничестве, обмене опытом, а также наращивании показателей экспорта и импорта товаров и услуг. Сегодня важно углублять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства, туризма. 60% сельскохозяйственной продукции мы реализуем за пределы области. Такие крупные перерабатывающие предприятия, они известны. Это, ну, прежде всего, Савушкин продукт, который занимается переработкой молока, Санта-Бремор, это переработка рыбы. Значит, мясокомбинаты крупные, это Брестский мясокомбинат, Березовский мясокомбинат, Пинский у нас и всех три, значит, которые известные бренды. И мы в целом 25% всей продукции сельского хозяйства, которая, значит, производится в республике, мы на экспорт, и на экспорт реализуется эта продукция Брестской области. То есть каждая четвертая тонна на экспорт идет с Брестской области. В связи с указом президента Республики Беларусь у нас уже вот 2 года установлен безвизовый порядок въезда для граждан более 70 стран. То есть нет необходимости получать визу, достаточно с туроператором связаться и в течение 10 дней находиться на территории Брестской области. Развито взаимодействие и в спортивном направлении. В Брестском гандбольном клубе имени Мешкова играют чехи, тем самым помогая белорусским спортсменам представлять край на международной арене. Кроме этого, в прошлом году главный футбольный клуб области «Динамо Брест» стал чемпионом Беларуси под руководством чешского специалиста, главного тренера Марцела Лички. Точечное и детальное взаимодействие в отдельных сферах станет логическим продолжением этого открытого диалога.